Привет! Теперь разберем наконец-то межансе до самого конца. Закончили мы на каких-то там начальных акцентах. И за этими акцентами у нас следует проходочка, которая состоит из одинаковых движений. Мы их исполняем анфас, сторона, стенка и потом возвращаемся к зрителю. Начинаются они с трясочки. Предыдущий элемент – это у нас вот такая вот волна руками. Дальше начинается тряска на свободную левую ногу. Мы на нее наступаем, делаем тряску, возвращаемся на правую ногу и на освободившуюся левую ногу делаем удар. Освобождается правая нога, на нее мы делаем поворот, помогая себе той же рукой, и разворачиваемся в стенку, которая находится напротив свободной ноги. Правая, левая, и на эту же правую ногу мы наступаем и делаем тряску, такую же тряску. На освободившуюся левую ногу делаем акцент. И повторяем эту комбинацию. Поворот на правую ногу, лицом разворачиваемся в стенку, правая, левая, правая делает тряску, и на левую опять мы делаем удар. Дальше половина поворота, разворачиваемся к зрителю, руки вверху, и маятниками с правого бедра спускаемся немножко вниз. С обратной волной вырастаем, и белли делаем тряску. На этом заканчивается музыкальный кусочек. Дальше опять начинаются знакомые нам акценты. Дум, 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 дум. На первое дум-дум мы делаем волосы, дум-дум. На последний дум поднимаемся и дотрясываем. Затем следующий дум-дум у нас бедра, с правого бедра горизонтальные удары, широкие дум-дум, вышли на левую ногу. Теперь у нас вот такое вот движение, тарам и разворот. Начинается оно с того, что мы поднимаем ногу, при этом руки у нас идут к этой ноге. Дальше нога сгибается. Мы ее ставим на крест и на нее же переносим вес. Руки разворачиваемся. Там везде вы будете слышать трясочку на фоне этих акцентов. При желании можно трясочку дотрясти, либо же поделать белли что-нибудь по желанию, либо тряску грудью, там что уже пойдет. Дальше опять у нас идет дум-дум-дум. На первый дум мы делаем удар горизонтальный на левую ногу. Затем опускаемся вниз с акцентом за счет того, что мы резко сгибаем колено. И корпус немножечко укладывается вперед. Дальше мы опять, дальше идем по мелодии и разворачиваемся с кругом, с переносом веса на правую ногу, левую ногу. Там, по-моему, их два. Могу ошибаться. Но нам нужно прийти на левую заднюю ногу. Вот мы пришли. И опять следуют традиционные дум-дум-дум. На первые дум-дум мы делаем акцент belly. Out in дум-дум. Уходя немного вниз на опорном левом колене заднем. И потом последний дум у нас идет волосами мы падаем. Дальше из этого мы поднимаемся. Поднимаем волосы. И переходим на часть таблы. То есть, поднимая волосы, мы уже начинаем трясти бедрами. Затем на фоне тряски по качалке, она не останавливается, косточки ходят вверх-вниз, колени смягчены, потому что на фоне этой тряски мы будем работать грудной клеткой. Сначала мы ее поднимаем вверх-вниз, тряска продолжается, затем мы делаем круг. И дальше у нас идет оттяжка. Оттяжка в левую сторону, оттяжка в правую сторону. Дальше тряска грудью, остаемся на правой ноге. И потом идем вперед. Руки выставили вот таким образом. И во время проходки не меняем. Проходка с ударом косточкой вперед. Корпус немножко отклонен. Ударили, сделали шаг, ударили. Остались на месте. Дальше идут две тарелочки. И во время этих двух тарелочек руки мы меняем. С такой же проходочкой идем в противоположную сторону.
удар, удар. И там, где были тарелочки, мы делаем подъем груди вверх. Там по музыке одинаково. Сделали подъем груди вверх, там сколько-то там их штук, не могу точно сказать. И на свободное левое бедро делаем большую восьмерку с той же трясочкой по качалке. Руками подчеркиваем. Вот я вышла на левую ногу. Отсюда я выхожу на правую ногу. Вес везде хорошо переносится. И ухожу назад с так называемым египетским шагом. Может, он еще как-то называется? Не знаю. Раз, два. Вышли на правую ногу. На ней же развернулись. И теперь с правой ноги тот же шаг. Раз, два или сколько там их так. Может быть, их там не два больше. Закончилась часть табла на этом, и мы теперь приходим к части, где певица поет «Эшта Ямар», воспевая красоту Луны и, соответственно, девушки, то есть нас. Поэтому настроились на то, что мы сейчас будем показывать миру нашу красоту, и начинаем мы это делать с небольшого арабеска, который мы разворачиваемся к зрителю. Мы наступаем на правую ногу, смягченное колено, развернулись себя, вышли в вот такое положение. Здесь следим за позами, чтобы позы были красивые и считались. Технически дальше будет несложно, здесь главное общее впечатление и красивая поза. Вот, я вышла. Теперь небольшие моменты кокетства. Мы левое плечо сдвигаем к зрителю два раза. При этом пружиним на опорной правой ноге. Сделали. Дальше мы идем вперед. Идем вперед. Вышли на правую ногу. И сделали две волны. Там будут слова «Амар». Это луна. Вот. Представили себе луну. Дальше на свободную левую ногу выпад. Та-дам! С хорошей оттяжкой. Корпус немножко уложен. И разворот. Полубочкой. Отсюда с обратной волной косточки сразу затянули, с обратной волной, отталкивая себя от опорного левого колена, мы поднимаемся, колено распрямилось, но сейчас мы его опять согнем, поскольку мы будем делать маятники снизу вверх. Маятник начинаем с хорошей оттяжки. Так, так, дальше. Руки, корпус немножко отклонен. И дальше начинается быстрая часть, там, где у нас много акцентов и много всего. Начинается с перепрыжки. Мы отталкиваемся от подушечки правой ноги, как будто бы вспрыгивая на эту ногу. И потом наша задача вытолкнуть левую ногу вперед в пах. И при этом на нее не наступая. То есть мы выталкиваем правой ногой, на которую мы спрыгиваем. Та-дам! Вот я выхожу, корпус выталкиваю вперед. И корпус при этом завожу на волну. Начинаю делать тряску. Корпусом делаю волну снизу вверх. Вот. Та-да-да-да-да-да-да. И косточки убираю внутрь. Косточки убираю внутрь. Потому что там дальше идет акцент out in. Он достаточно слышный такой. Давайте я покажу это все побыстрее. Вот я сделала руки и выхожу на слово Аллах. Делаю тряску, косточки утянула, сделала out in. Потом наступаем на свободную правую ногу. Очередная перепрыжка. Левая нога уходит назад. Затем выходит вперед, рисует рунд, то есть полукруг. И затем, когда ваши пальцы касаются пола, мы сгибаем опорную ногу и делаем дужечку. Дужечку. Потом начинается такая табло композиция, такие жесткие какие-то, не знаю, как их назвать, акценты. Грудь вверх-вниз, бедра вверх-вниз. Поделали, поделали. И оставаясь на месте, смягчили опорную правую ногу, корпус немного вскинули. Туда, куда он направляется. Не напою, там по видео посмотрите. Сделали легкий акцент. Затем
разворачиваемся на правой ноге, на которой мы стоим, в переднюю диагональ, вот которая в таком направлении, ногу полностью открываем и со слайдом, то есть еще немножечко себя проталкивая, переходим на эту ногу, наклонив корпус и разворачиваемся. Вот нам помощники пришли. Разворачиваемся. Там дальше будет мелодия, руками доделали эту мелодию. Дальше у нас идет два дума, дум-дум. И мы... Сейчас, минуточку. Кот пытался на ноутбук спрыгнуть. Два дума. Их можно сделать либо жестко. В танце у нас дум-дум. То есть переход на правую, на правую ногу с акцентом, вот куда нога открывается, куда мы наступаем. Получается хоп. И теперь прогиб под лопатками, хоп. Два акцента. Ну, если неудобно прогибы делать, можно сделать какие-то другие два акцента. Дум-дум. Потом с опорной ноги правой я полубочкой перехожу на левую, не меняя положение тела. И там будет трясочка, я дотрясываю грудью. Теперь на свободную правую ногу я разворачиваюсь и ухожу назад. Сейчас начнется медленная часть. Ухожу назад на правую ногу. Там два шага. Руки поднимаю. Раз, два. Дальше на три, четыре мы будем разворачиваться. Сначала мы делаем большую бочку, начиная с левой ноги. Бочка будет сначала на оттяжку, а потом впереди рисуем большой полукруг. Там музыка, это очень такая медленная музыка, поэтому здесь движения все очень большие. Оттяжка, полубочка вперед. И внимание, вес я пока еще не переношу на эту ногу. Когда вы дошли вот до упора, чувствуете, что уже все, дальше грудь выходит. На счет, по-моему, 4 мы разворачиваем себя к зрителю. Следим за тем, чтобы спина у нас не округлялась, максимальный прогиб под лопатками. Вот, смотрите, я развернулась. Теперь еще немножко сделала вдох и на мелодию ушла вниз. Ушла вниз. И потом поднимаю себя, волосы увожу назад и начинаю делать волны. Делаю волны, можно медленно, можно быстро. Заканчиваются, когда медленно делаем волны, тем, что идет волна вверху, а потом новый музыкальный кусочек. Мы сейчас будем бедро разворачивать, но мы его будем сначала уводить назад, косточку разворачиваем в стенку, чтобы больше объем захватить пространство. Вот я косточку развернула, и теперь я ее выталкиваю вперед, корпус разворачивается, укладывается. И на кульминацию этой части переношу уже вес на эту ногу, разворачиваю себя на максимальную оттяжку и продолжаю полубочку назад. Вес переношу на левую ногу и с левой же ноги дальше дорабатываю это полумаятниками двумя. После этих полумаятников у нас начинается вот эта комбинация, там, где мы будем наклоняться. Значит, здесь... Мы ногу открываем, вот куда она открывается, туда и открываем. Много места захватываем. Остаемся на левой ноге, сгибая колено, корпус укладываем. А теперь смотрите, я начинаю вес чуть-чуть переносить на правую ногу, корпус разворачивать, волосы падают вперед, и затем я перехожу на правую ногу. Волосы поднимаю с другой стороны и поднимаю себя. Значит, давайте сейчас я покажу эти медленные кусочки побыстрее. Вот я ушла, сделала. Раз, два, три, четыре. Начинается мелодия, ушла вниз. Подняла себя. Волны, 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 волны. И теперь хоп, вышла. Два маятника и ухожу, пам, волосы, вышла с другой стороны. Теперь, когда я уже поднялась,
Юбка хочет со мной подняться куда-то. Так, я когда поднялась, руки вверху, стою на правой ноге и начинаю по мелодии делать большую волну грудью. Она там одна. Дорабатываю тарелочками. И затем снова волна грудью. Здесь можно доработать тарелочками, а можно доработать маятниками, если хочется. Не меняя ногу, продолжаем оставаться на правой ноге. Затем снова кусочком мелодии начинают работать руки. Вот, заготовленные руки вверху, они там не случайно. Мы правую открываем, а левой с проворотом кисти опускаемся по этой руке, продолжая ее линию. И немного начинаем уходить на мягкое колено правой ноги. Затем, дорабатывая этот кусочек, мы еще ниже наклоняемся за счет того, что еще больше сгибаем правое колено. И корпус немножко вперед. То есть здесь создается ощущение прогиба за счет того, что я еще ниже ухожу на колено, и корпус чуть-чуть к зрителю. Из этой прекрасной конструкции мы наконец-то выходим тем, что ногу ставим на крест. На нее уже перенесем вес. На левой ноге должен оказаться вес. И выходим полубок к зрителю. Начинается быстрая последняя часть, ритмическая. Значит, смотрите, что там будет. Там будет дум-дум-тек, дум-тек. Значит, два бедра, бедро вверх-вниз. Дум-дум, потом грудь, акцент. Потом, сейчас... Дум-дум-тек, бедро опять работает. И потом мы переходим на правую ногу горизонтальным ударом, разворачивая себя в другую диагональку, так, чтобы теперь открылось левое бедро. То же самое повторяем на левое бедро. Дум-дум-тек, дум-тек. На хорошие большие оттяжки везде выходим, потому что там акценты достаточно слышные, чтобы их показать. Вышли. Дальше у нас следует опять последний кусочек. Дум-дум-тек, дум-тек. Тут я пока делаю просто акценты белли. Выйдя на левую ногу, я уже косточку предварительно затягиваю внутрь, чтобы сделать дум-дум-тек, дум и подъем бедра вверх, тек. Везде перед этими ударами и акцентами мы смягчаем опорное колено, на котором мы стоим. И чем более объемными мы хотим сделать наши акценты, тем лучше нам нужно смягчить колено. Потому что насколько вы его смягчите, настолько у вас бедро и поднимется. Сделали последний кусочек. Дум-дум-тек, дум-тек. И дальше дорабатываем тряской с оттяжкой. Таким образом, что у нас вес оказывается на левой ноге. Теперь мы начинаем проходки. Начинаем с правого свободного бедра. У нас будет шаг со сменой ног. Первый шаг мы будем делать с небольшим кусочком вот восьмерки или дужки, ну, там, как его назвать. При этом корпус будет отклоняться в противоположную сторону. В этой проходке нам нужно изобразить такую некую расслабленность. За счет того, мы это делаем за счет того, что бедра идут первыми, а потом догоняет нас корпус. Вот прочувствуйте это, чтобы бедра у вас, вы чувствовали, что бедра выходят первые, а корпус уже идет за ним. Сначала бедра, потом остальная часть вас. Первый шаг с кусочком восьмерки, остальные человеческие. Вот мы начинаем идти. Пам-пам-пам. Вышли на правую ногу. Теперь наша задача будет подбросить ногу и при этом сделать обратную волну. Вот что получается. Там-пам-пам-пам. Тоже что-то такую некую расслабленность изобразить. Дальше такой же шаг в противоположную сторону. Пам-пам-пам. Ну, руки я не показываю там. Надо посмотреть, как они у меня работают. Пришли. Тарарам. И мы делаем подъем ноги и к ней укладываем плечо. Вот если я повернусь, будет такая история. С лопатку садим на эту ногу. Тут можно еще так тарам подбросить волосы.
Тарам. Дальше такой же шаг. Мы переходим, становимся в такое положение. И что у нас там? Акцент на волне. Пум, если я не ошибаюсь. И дальше два ключа. Можно корпус немножко уложить. И что-то грудью. Потом начинается следующий кусочек проходки. Отойду, чтобы больше места было. Кусочек проходки. Значит, вперед, назад, вправо. И потом уже практически окончание. Начинается этот кусок проходки с шага на скрутке. Тарам. Вес переносится на ту ногу, на которую мы шагаем. И корпус немножко отстает, чтобы косточка вышла вперед. То есть сначала косточка проявляется, потом вы. Первый шаг этой скрутки у нас внизу. То есть мы хорошо колено сгибаем внизу. И это с акцентом. Мы туда делаем удар внизу, вверху. Я иду сейчас влево, поэтому моя левая нога будет впереди всю дорогу. И дальше продолжаю. Дальше у меня идет там слова какие-то. Есть слова. Стряска грудью, а ноги делают то же самое. Раз, два. Продолжаю делать шаги со скруткой акцентированной внизу. И, по-моему, там вверху, я не помню, есть или нету. Но после вот этих вот шагов у нас идет арабеск. Мы развернулись, остались на левой ноге, правая освободилась. Теперь та же связочка у нас идет на правую ногу. Внизу, вверху, тряска, тряска. Внизу, наверное, есть там вверху. Могу ошибаться. Поворот полный. Вот мы его начали, глядя в стенку, и мы его также заканчиваем. Открываем. Теперь мы выходим вот таким образом к зрителю. И теперь акцент в... Это правая сторона, в правую ягодицу. Открываем себя. Закрыли себя. И открыли себя на левую сторону. И все, и дальше поворот. Повороты, быстрые или не очень быстрые, по желанию. И... Финальная поза, конец. Там только нужно уточнить насчет вот этой проходочки. С левой стороны мы начинаем. Там, там, тарарам, там, там. Да, по два шага везде. Внизу, вверху, тряска грудью. Внизу, вверху. И здесь полный поворот. Та-дам. Полный поворот. Та-дам. И конец. Спасибо за внимание!